Бега всем продвинутым и активным пользователям Telegram. Вы смотрите чарт номер один по версии лучшего Telegram-канала «Музыкант». Уже третью неделю я, админ паблика Илья Грин, представляю 10 самых лучших клипов недели, которые выбираете вы сами. Новости. Мы, пожалуй, окончательно перебрались с Ютуба на Рутуб, потому что правообладатели и лейблы беспощадно и неистово банят выпуски нашего чарта. Эх, Ютуб, Ютуб, не твои, вот ты и бесишься. Ладно, ищите нас теперь на просторах русского Ютуба по запросу «Чарт номер один». Вторая новость. Наш канал стремительно набирает обороты, растет и популяризируется в сети. Подпишись и поддержи его и ты. Ссылка вот. Спасибо. Вроде все с новостями на этой неделе, ну а мы переходим к нашей новой рубрике «Прощаемся». Здесь мы коротенько расскажем о треках, которым говорим «давай, до свидания» на этой неделе. Вылетают из чарта Avicii и Rita Ora с треком «Lonely Together». Ничего личного, трек реально крутой, но срок годности уже подоспел. I cut the edge of the knife and it hurts just a little. Следом в трубу с треском и фанфарами с огромной скоростью мчится «Розовое вино» от исполнителей Федюк и Элджей. Здесь так красиво, я перестаю дышать, звуки на минимум, чтобы не мешать. Господи, и тут электронщикам не дают покоя и пытаются вытеснить с нашего чарта замечательных Camel Fat и Elder Book с треком Cola. И они идут туда же. Это была самая беспощадная рубрика нашего чарта «Прощаемся». Ну а мы переходим к нашей десятке. На смену Camel Fat и треку Cola на 10 место врывается еще один электронщик, имя ему MK. Композиция его называется странно – Seventeen. Откуда такое название? Надо погуглить. Ладно, смотрим клип и 180 тысяч просмотров за 3 недели. Помните песню «Мое сердце, остановилось мое сердце, занято». Именно занято сердце кого-то из вокалисток группы «Виагра». Поздравляем с попаданием в наш чарт и 2 миллионов просмотров за неделю. Мое сердце занято. А вот, кстати, ярчайший пример карьерного роста. Трек «Home» на прошлой неделе обозревался в рубрике «Свежак». Ну а сегодня он занимает почетную 8-ю строчку нашего чарта. Молодцы, ребята, за неделю набрали 5,5 миллионов просмотров. А вот и сам клип. Я очень долго пытался понять, кого же на самом деле в клипе «Lemon» нарешили таких шикарных локонов. Слава богу, это оказалось не Риана. Фу, душа спокойна. 24 ляма просмотров позади, лупим клип. Я ж говорил, я вам пророчил, что клип Dirty Sexy Money поднимется еще на несколько строчек выше в нашем суперчарте. Молодцы, ребята, хорошая командная работа и 8,5 миллионов просмотров за месяц. Так, ребят, наверняка вы уже соскучились по нашему новому музыкальному Шерлоку Холмсу Коневу. И поэтому представляю вам рубрику «Свежак».
Хай! Привет, друзья! Я MC Конин, музыкальный Шерлок Холмс чарта номер один. И сегодня я приготовил вам новый клип прямо с пылу с жару, который выпустил Мартин Гаррикс совместно с Дэвидом Гетта. Задумка неплохая. Вы только вдумайтесь, So Far Away за одни только сутки набрал 1,5 миллиона просмотров. А лучше не думайте, смотрите и голосуйте на нашем канале. После того, как я услышал трек и посмотрел клип «I Miss You» от Clean Bandit, я решил поподробнее ознакомиться с творчеством обворожительной певицы Джулия Митчелл. И понял, что талантливый человек талантлив во всем. Смотрим клип, занявший 5-е место и набравший за месяц 31 миллион просмотров. Четвертое место. Непоколебимо удерживает в своих руках певица Селена Гомес и проект Marshmallow, с чем мы их и поздравляем. Плюс 12 миллионов просмотров за неделю. Смотрим клип. Это чарт номер один по версии лучшего телеграм-канала «Музыкант». Ну а мы переходим к тройке наших несомненных лидеров. Как я этого ждал? Надеялся и верил, друзья, что 3-е место на этой неделе займет именно она. Неповторимая, обворожительная Рита Ора с треком «Anyway». 24 миллиона и 200 тысяч просмотров набирает этот клип. Ну а я праздную маленькую победу вместе с нашей любимой певицей Ритой. Второе место. Как думаете, кто? Ну, конечно же, трек, который всех уже давным-давно заколебал. Ничего личного, Камила Кабелло. Смотрим клип. Вы находитесь на Best of the Best Music Channel in the FCA Telegram. И мы, наконец, перешли к первой строчке нашего мега-хит-парада. Сегодня победу празднует Post Malone с треком Rockstar. И недаром, кстати, потому что всего за неделю он набрал 50 лямов просмотров. Ничего себе, вот это карьерный ростик. Ладно, смотрим клип, ну а я прощаюсь с вами до следующей недели. И помните, see you later. Got that gas and they always be smoking like a Rasta. Fucking with me, call up on the Uzi and show up, man, them the shotas. Так, ребят, наверняка вы уже соскучились по нашему новому музыкальному Шерлоку Холмсу Хониву, блять. Хониву. А лучше не думайте, смотрите и голосуйте на нашем канале. Да ты красавчик, дай я тебе пососу, блять. Я готов. Best of the best, телеграм-челлендж. Фу, ты хуйню написал какую-то.